Чики-брики, с тобой Лёша Ложкин. Сегодня покажу, как из полевых записей можно сделать музыку. Посредством дигитакта свои полевые записи я сделал. Звук такой был. Такой был. И какой-то такой. Колокольчик, конечно. Как в дигитакте делать записи, я вам не буду рассказывать. Дикитакчики и так все знают. Ёлка к Новому году. И я. Сейчас буду играть.
В общем, как-то так исполнил вот я. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь, конечно же.